Друзья, всем... Не слишком близко. Друзья, всем привет и салям алейкум. Рада вас видеть на своем канале. Сейчас мы идем в магазин Хакмар купить некоторые продукты. Хотела вам все тоже показать, поделиться ценами, дешево или дорого. Но, как я уже говорила, это очень дешево в магазинах. Но не прям так, ну не прям настолько, но дешевле, чем в Москве. Я все цены буду указывать внизу, потому что так мне будет более удобно, нежели постоянно говорить, так сравнивать. Вот. Надеюсь, вам будет интересно. Давай. Кстати, бананы здесь очень дорогие. Они стоят от 19 лир. А вот все остальное, оно очень дешевое. Хоть и говорят, что здесь выращивают сами турки бананы, но они почему-то дорогие. Картошка стоит 2 лиры. 1 килограмм. Сейчас папа выбирает самую лучшую. Они формы. Вот это покажу. Арбуз стоит килограмм. 1 лира 49 круш. Бенедичек. Он тоже меня не любит. Вот. Здесь это называется баклажан. Баклажаны стоят 4,99 лиры. Кабачки 3. Вот такие штучки. Их можно уже, это как готовая баклава, грубо говоря, можно уже обмакать их в сироп и готовить, кушать. Они очень вкусно получаются. Надеюсь, меня слышали. Ежевика мы? Да, это ежевика. Давай одну ежевику возьмем. За 1500 грамм. Может, тогда персик взять? Не-не, ежевику. Ежевику взять, но ежевика вкуснее. Здесь 1,5 литра. Взяли. Все необходимое, в том числе и вот индейка 7 килограммов было за 48, за 49 где-то лир. Были по скидке. Там необходимые вещи для посудомоечной машины. В общем, все такое. На то, что надолго хватит. Сейчас еще начну постепенно все раскладывать в, как называется, в холодильник. Я многие слова забыла, потому что я с самого утра хожу по магазинам. Вот, иншаллах, сейчас все распакую. И думаю, уже потом я вам покажу. Но суть в том, что такой вот чек, и это не очень дорого. Обошло где-то 5-7 пакетов у нас получилось, как я уже говорила. И это очень здорово, очень-очень здорово. Оливки. Никогда я их не любила, но когда вот только они появились в Макдональдсе, я начала кушать салаты с оливками. Они очень понравились. И здесь, когда я вот пришла, попробовала, мне очень сильно понравились. Вот видите, чёрный, есть еще и другое. Сейчас покажу. Есть еще другие оливки, которые я не знаю, это или нет. Но мы их попробовали. Они вроде такого цвета, но думаю, они были другие, но они очень вкусные. Надеюсь, я их тоже найду. Вот, я, короче говоря, влюбилась в оливки. Вот что еще могу сказать. Что еще мы взяли? Пекмес. Пекмес. Пекмес Маляр, да? Пекмес, что такое? Это пекмес из тутовника. Я забыла. Я, если найду название, я обязательно оставлю внизу. Вот, он очень полезный, мы тоже его купили. Где-то. Я не помню, сколько он стоит, сейчас посмотрю. Пекмес. Ну, короче, я не знаю, сколько он стоит, но он стоит... 11 лир. Вот. Ой, пекмес. Ну, короче, я не помню, но тоже не так дорого. Это манная крупа. Вот так выглядит. Она твердая. Ее нужно хранить еще в холодильнике, как я поняла, потому что, как наши, они рассыпчатые, а она прям реально твердая. Что мне нравится, так это... Сколько здесь? 1500 грамм. Ежевичного взяли, вот этого, ежевичный джем. Он стоит 19 лир. Это очень круто, мне кажется. Это очень здорово. Вот. Надеюсь, вам было, ребята, интересно. С вами была Нилу. До следующего видео. Следующее видео я постараюсь обязательно заснять рум-тур по нашей кухне хотя бы, или же рум-тур по нашей полноценной квартире. Вот. Иншаллах, не забудьте подписаться на мой инстаграм и на мой ютуб канал. Так видео будут появляться еще чаще. Я постараюсь потом снимать каждый день.
Если вам еще было интересно ходить со мной, с моей семьей в магазин, в турецкие магазины, то обязательно поставьте лайк под этим видео и не забудьте включить колокольчики. До следующего видео. А еще я забыла показать вот эту вот штучку. Это называется тахин. Оно приготовлено из кунжута, если не ошибаюсь. Но более подробно я тоже оставлю внизу. Короче, как это все сделать? Сначала вы наливаете в вареницу, куда угодно, пекмес. И сверху чуть-чуть, прям чуть-чуть нужно налить тахин. Это получается супер-мега полезно, и плюс это очень вкусно.